Всем привет! После Советска сразу рванули в красивый Гусев. Кстати, выпуск предыдущий из Гусева до сих пор самый просматриваемый на нашем канале, поэтому давайте как-то чтить наши традиции. С Богом! Поехали! Телеканал Моргенштерн ТВ, чё, как дела? Отлично. Новый Кадиллак? Нет. Чё в Гусеве поменялось? Чё прикольно происходит в городе? Поменялось площадь. Так. Ну и все, и хватит. У тебя в жизни что поменялось? У меня скоро сын родится. Как назовешь? Не скажу. Гусев? Назови его Гусев. Нет. Пусть у него будет фамилия Гусев. Да ну, нет. Как фамилия Гусев, если у меня другая фамилия? Ну сделай так, прикольно. Да ну, чушь. Чем занимаешься? Шишки продаю. Шишки продаешь? Да. Вот, кстати, елочные, нормально. Ну, нормально. Ну, елочные мы вырежем. Да. И получится, не надо ты... такие шишки продавать. Ты сам себя сейчас, ты сам себя закапываешь. Чему ты обязательно научишь своих детей? Это обязательно. Вот прям любви, тебя... честности, искренности. Mm-hmm. Все, хватит. Ты с нами честно, искренне общался? Да. Любишь нас? Конечно. Обожаю. Все, больше не делай детей, поживи для себя немного. Хорошо. Гусев вообще клевый город. Да. Вы из Гусева? Нет. Откуда? С Черняховска. Да. Чем Гусев круче, чем Черняга? Чище, ага. Красивее. Потому что вы здесь, да, находитесь сейчас, потому что он красивее. Да, когда вы там находитесь, пикап мастер. Скажите, где нас потом показывали. Окей, Гуревский ютуб проект. Так, ну всем привет. Давай я гуревским парням что-нибудь скажу. Да не надо, мне парни. Мам, мне телевизор показывать. Парни, ведите себя достойно. Мало осталось хороших парней. Так ты, получается, так относишься к мальчикам, ты потом будешь одна всю жизнь. Ты феминистка? Нет. Что это? Мне звонят, можно ответить? Спроси, что такое феминизм. Звонок другу. Ян, ответь, что такое феминизм. Скажи, что вы находитесь на шоу? Мы, короче, на шоу сейчас. Возле, да мы уже бухнули. Возле просто. Востока. У тебя есть 30 секунд, ответь, что такое феминизм. Феминизм. Не знаешь? Мы я же говорю, знаем. Это моя одногруппница. Феминизм, Ян. Загугли, блин. На громкую ставь. Загуглить, я заебалась этим ребенком уже. Во, позитивные пацаны. Ну, прикольно, ты стоишь как раз, у тебя половина на солнце, половина в теньке. Как у вас настроение? Что вообще делаете? Отлично. Хороший я репортер, да. Че вообще, как вы, че вообще, куда вы, че вообще, как это, почем вообще, почем вы вообще? Занимались сегодня, физика была, вот. В Гусеве по дням, типа, да? Сегодня физика, да, завтра, да, типа, да, музыка. Да, да. Очень важно, да. Что сегодня было по физике? Расскажи тему. По физике? Проверим, слушал ты или нет? Писали лабораторную по... как там? Я не помню. Да, блин, только же было. Как? Я забыл просто. Он даже не помнит. Завтра что у вас, если сегодня физика? Завтра? Ну, не знаем еще завтра. У вас такая школа интриги, типа, вы не знаете, что завтра будет? У нас каждый день. Вы приходите, типа, армия, на год вас забрали. Почему нет, да? Девчонки у вас есть? Да, 10, по-моему, человек, где-то так, 10 девчонок. У тебя 10 девчонок? Ну, в смысле, в классе. Вам одна девчонка нравится? Ну, хотел бы на одной остановиться, да. Одна на двоих, да? Не-не-не. Он вообще не выкупает, да? Я говорю, у вас во двоих одна и та же девчонка. Не-не-не. Да. Чем ты готов покорить девчонку в Гусе? Можно? Предвижу все. Вас оскорбит печальное и тайное объяснение. Какое горькое презрение ваш гордый взгляд изобразит. Чего хочу? С какой целью открою душу вам свою? Какому злобному веселью, быть может, повод подаю? Случайно вас когда-то встретя, вас искру нежности заметя, я ей поверить не посмел. Еще одно нас разлучило, несчастной жертвой Ленской пал. От всего, что сердцу мило, тогда я сердце оторвал. Чужой для всех, ничем не связан, я думал вольности, покой, замена счастью. Боже мой, когда вы знали, как ужасно томиться жаждой любви и пылать, и разум навсечасно смирять волнение в крови. Желать обнять у вас колени и зарыдать у ваших ног, излить мольбы, признания, пени, все. Все решено, я вашей воле и отдаюсь моей судьбе. Спасибо. Красава, ты все девчонки твои теперь стали. Ну, наверное, да. Ну, еще Антон Павлович Чехов. Нет, все, не надо, спасибо, спасибо. Мы для себя снимаем на YouTube просто. А что за YouTube? Сколько подписчиков? Блин, сейчас, подожди, Ютуб это... Не, а что за Ютуб у вас, что за канал? Канал Окей Гурис называется. А, там мало подписчиков. В смысле? Нормально там подписчиков. Сколько? Ну, 10 тысяч. А, нет, это мало. Да не, ну, пожалуйста, давай после того, как ты с нами пообщаешься, у нас будет больше подписчиков. Ну, давай, 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 давай. Алло, Вик, ко мне это пришли. Ютуб пришел. Ютуб канал, так у них лицензии нет. Окей Гурис, они из Гуревска.
Хоть из Питера, нахуй, мне вообще поебать. В принципе, по фактам. Давай, Викос, перезвоню. Давай, да не надо перезвонить, кто она такая? Девка моя. Твоя девчонка. Баба, ну. Кайфуешь по жизни? Кайфую. Увлечения какие у тебя есть? Модульное оригами. Знаешь, что такое? Нет. Это, короче, складываешь бумагу, а из бумаги получаются маленькие фигурки. Из них дохера скорпионы, лебеди, корзинки, бабочки, цветы. И девушки свои что-то делал? Делал цветы, делал тюльпанчики, делал. Типа нахер на них тратиться, да? Лучше из бумаги сделать. Да, из бумаги потом лаком все ебало, все. Да, нормально вообще работает. Не поняла, да, до сих пор? Она думает, классно стоят, не вянут долго. Они не вянут. Что нам нужно снимать, чтобы прям больше людей смотрело? Ой, это вы у блогеров поспрашиваете? Тоже блогер по-любому. Я не блогер. Мне надо пожестче снимать, чтобы побольше просмотров. Да, там было что-то пугарно. Он подходит, допустим, к мусорам, кепочку снимет, оденет на себя и убежит. В Гусеве такое можно снять, как думаешь? Нормально? Нет, не советую. Что интересно здесь происходит? О, что тут интересно? Ну, тут много чего интересного. Если так чисто для молодежи, ну, которые не бухают, то можно фок ходить на тренировки. Ты вообще не бухаешь? Ну, бывают моменты. Главное, чтобы там менты не увидели. Я и так уже был в суду. Ты уже был в СИЗО? Не, в суду. А что, ты что происходило? До драки. Городской, короче, во-первых, спросим, с прямика бах и все. И что потом в суде там, что тебе в итоге дали? Условку. У тебя условка? Да. 3 месяца. Давай какое-нибудь задание мне дай. Что такое хромосомы? Бактерии. Что, бактерии? Да. Да я не знаю, что такое хромосомы. Ну ладно, это провода, ёпта. Провода какие-то? Да. По трудам, может, да, 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 да. Бисектриса, помнишь, что такое? Я не помню. А, это бисектриса? Что такое бисектриса? Блин. Не помню, что такое. Тоже не помню. Не, у меня не получается, ты сам понимаешь. Кто будет следующим президентом России? Как кто? Ну, сами знаем. Путин, кто еще? А после него? Там уже я подскочу. Чисто с условкой. Да, с условкой. Меня выберут. Расскажи что-нибудь про Гусев. Гусев, он маленький, но очень хороший. Здесь красиво и уютно. Ты хорошо учишься? Да. Давай таблицу умножения какую-нибудь, там, 9 на 7. Ну, проходили же таблицу умножения? Да, 63. 7 на 6. 39. А, нет, 77. Ты в ТикТоке есть? Да. Давай что-нибудь из ТикТока сделаем. Будьте с нами ТикТок снимать. А? ТикТок, будьте с нами снимать. Будем. Вот так вот, вот так вот. Потом вот так вот, потом вот так вот. Так. Так вот, так вот. Я не понимаю этих ТикТоков. Вы понимаете этих ТикТокеров? Современное поколение вообще, понимаете? Я вообще не понимаю. Че, тачка такая, Мерседес нормальная. Это не моя. Да, зачем? Сказал бы, что твоя, и все. Mm-mm. Все девочки твои были бы. А у тебя есть девочка, да? Нет. Ты да. Что сказал, да, что? Да, 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 все перепутал. Давай ей приятное сделаем, какой-нибудь комплимент сразу сходу про ей. Сходу. Полина, ты просто самый лучший человек на свете. Что-то было у вас там уже? Нет. Нет, сколько тебе? 21. А девственник ты, получается? Получается так. Нормально. Ну, по тебе видно. Ну, блин, оно и понятно. Видишь, такой застенчивый какой. Много есть девственников, Гусев? Ну, один, по крайней мере, есть, еще двое подъехали. А, ты про нас, типа? Нормально, нормально. Извините, пожалуйста, он говорит, что в Гусеве всего только 3 девственника. Это правда, как вы думаете? Ну, я точно не девственник. Дайте совет вот парню. 21 год, он девственник до сих пор. Что надо, как ему надо сделать, чтобы... В ресторан? В Атлантику, да. Твое самое любимое место в Гусеве? Кровать. Кровать – самое лучшее место в Гусеве, на планете. Не часто там бываешь, получается? А получается так. А вам как Гусеве вообще? Такой девственный город. Красивый, чистенький, говорят, да? Решил бы о девственности Гусев? Гусев? Ну, нет. Нет? Он тебе как брат? Он мне как мать. Как вы считаете, что это за город? Все хотят стать. Навального все-таки, это америкосы все-таки отравили или как оно? Навального? Было? Пойдем чай попьем. Я сказал, Гусев девственный город, и я останусь при своем мнении. А, кстати, ты же девственник, то есть ты новичок, можно сказать, в этом деле. Когда в коме был последний раз? Он вчера вышел. Не, про республику. Ну, прикинь, ты в коме попадешь в кому. Получится, ты в коме, в коме. Добрый день, телеканал Ревность ТВ, а кто это? Друг. Нет, в смысле?
Ты с ним только что за руку держалась? Нет. Ты не говорила, что у тебя кто-то есть? Я знаю. Да, ты давно с ним? Нет. Просто, ну, ревность ТВ, сама понимаешь. Ревность ТВ? А чё? А кто это? Кто? Чё он тебя за руку держит? Это друг. Не, реально, а кто это? Ревность ТВ. Чё это? Надо серьезно поговорить. Пойдем поговорим. Давай. Не, не с тобой, с ней. Можно поговорить серьезно? Не, реально, кто это? Парень. Телеканал Любопытство ТВ. А где такую футболочку покупали? В Германии нашел. Велик сколько скоростей? Ой, 27. А куда сейчас идете? А в магазин, дружище. А потом куда пойдете? А потом еще кататься будем. А очки сколько? Минус, а плюс? Здесь очки. Любопытство ТВ. Любопытство ТВ. Брились когда последний раз? Брились. Любопытство ТВ. Пацаны, привет. Один вопрос. Телеканал Удар ТВ. Че, в ухо или в печень? Скорее всего, в ухо. Все, давай, только не сильно. Да, давайте, не буду. Телеканал Молодежь ТВ. А че, чилитесь? Ну и что хотите? Go на рейв с нами. По поводу? Блин, кринжово получилось. Не выкупаете, да? Не выкупаете? Не совсем. Ну ладно, ну если что, я ваш краш тогда. Хорошо, договорились? Договорились. Добрый день, телеканал Киркоров ТВ. Почему так жесток снег? Я не знаю, потому что такова жизнь. Киркоров ТВ, почему так жесток снег? Я откуда знаю. А по кругу зачем бег? Вообще. Киркоров ТВ, смотри нас. По какому каналу? 47-й канал. Все, хорошо, посмотрим. Почему так жесток снег, не знаешь, да? Один вопрос. Телеканал Киркоров ТВ. Почему так жесток снег? Без понятия. Без понятия? А по кругу зачем бег? Чтобы похудеть. Спасибо. А, телеканал Понты ТВ. Есть бабки? Нету. А у меня есть. Понты ТВ. Да. Добрый день. Один вопрос. Телеканал Понты ТВ. У вас есть деньги? Пока есть. Есть? Да. Не получился прикол. Я думал, скажете нет, и скажу, у меня есть. Пока есть. Телеканал Понты ТВ. Что, есть бабки? Нет. А у меня есть. Мы знаем. Понты ТВ. Смотри, вас очень много. По слову каждый. Классное место. Не, одно слово надо было. Блин, одно слово. Красиво тут. Да одно слово. Давай, одно слово. Стильное. Нормально. В школе сложно учиться, пипец. По одному слову, пацаны, вы что, сломались? Да вообще хоть. Одно слово. Красава. По одному слову, еще раз. Гусев. Красиво. Стильно. Молодежно. Таряться нельзя. Модно. Отлично. Прикольно. Тополек. Классный. Класс. Да там просто тополька уже неинтересно. Гусев, классный город. Замечательный. Совсем недавно переехала сюда. Почему сюда? Потому что здесь нужен был хороший фотограф. Ты фотограф? Детский семейный фотограф. На меня наговорили, сказали, что я наорала на ребенка. И это вывело меня в топ. То есть нам надо орать просто на людей? Теперь Гусеве. Я поняла, что иногда нужно наорать на детей, на людей. Ну так уж сложилось, что я же говорю, в Гусеве нужен был классный фотограф. Так а ты еще сюда приехал? Классный же фотограф нужен был. Я же самый лучший, я топ. А кем ты хотела стать? С 6 лет ветеринарным врачом. Лучше с детьми, да, чем с животными? Ты знаешь, и там хорошо. Дети лучше, чем животные? Для меня равно. Данил, иди сюда. Так ты его только что животным назвала, по факту. Слушай, ну мы все живые, божьи твари. Поговорим все. О Господе. Да, у вас так же было? Ты же фотограф. И? Типа вы родили очень много детей, потом ты выбрала того, кто лучше получился. Нет, у меня один. У меня один, поэтому выбор не стоял. Кому цветочки, честно? Это жесть. Так любопытство распирает, а что там вы прячете под этим? Это вы так прям... Самогонку вообще. Самогонку, да? Я просто думал, что вы прям так, ну типа вам нравится настолько этот Гусев. А ты знаешь, город у нас красивый вообще. Это человек, которому очень нравится Гусев просто. Нет, ебать, этот самогонка. И самогонка горит. Ну вы прям в хорошем таком, приподнятом настроении, так сказать. Да я понял. А вы давно вообще, ну, с девушкой, с женой там занимались этим, типа, любовью? Да, каждый день. Каждый день? Ну, такое ощущение, что давно прям не было. Смысл? Это не давно. Ты охуел? На самом деле уникальное интервью. Мы берем интервью у Юрия Дудя. А, подожди, да, рабочая сторона просто. Я, реально похоже. Напишите в комментариях, похож он или нет. Давай сядем на самом деле, да, как этот. Нет, как, подожди. Как у Дудя, я да. Я здесь должен сидеть, а ты здесь. Давай, да. И вот это вот. Давай. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. А сколько ты зарабатываешь? Да. 30 тысяч рублей. Да. Путин, красавчик. Ну, раньше был, да, в молодости. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Блиц! Спрашиваю коротко, отвечаешь не обязательно коротко. Yeah. Гусев или Черняховск? Гусев. Алиханов или Цуканов? Цуканов. Шаурма или шаверма? Панини.
Вилкой в глаз или в попу раз? Или. Ножом по зубам или в попу раз? Что у тебя в попу-то? Давай ножом по зубам. И заключительное. В попу два или в попу раз? Или. Я все буду отвечать или на твои каверзные вопросы. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Конкурс, что ты нам принес? Я принес, как всегда, ничего. Я с детства с Гусева. Расскажи что-нибудь про этот город, интересно. Самый лучший город. Сам чем занимаешься? Предпринимательство. Че за бизнес? Ты такой веселый, брат. Знаешь, я тебе могу минусы сказать, лично мои, там, если тебе интересно. С женой сходить там, ну, особо некуда, да. Поэтому один гуляешь. Нет, жену жду вот. С женой некуда сходить, один гуляю. Нет, волосы не растут, да, наверное, в городе здесь? Растут. Вот. Вот жена, наверное, подъехала сейчас. Где? Не знаю, блин. Сейчас скажет, что вы тут снимаете, не знаю. Жена у тебя классная? Самая лучшая. Какой у тебя день косяк жены? Ни одного не могу. Да, ну есть по-любому. Ни одного. Он нам столько про вас рассказал. Ты что, иди сюда. Да, да. Он столько косяков про вас рассказал, что вы храпите там. Выпить ему не даете. Говорит, друзья меня отпускают гулять. Нет, с друзьями отпускаю, но когда выпивать, могу там побарагосить. Говорит, ругаете его за то, что у него пузо, типа, надо уже заняться собой. Нет, говорить. Я люблю его пузико очень. Ну, он пьет мало, и по выходным там, ну, конечно. Очень мало пьет, да. Он сказал, что вообще не пил сегодня. Ты что, соврал? Какое-нибудь прям вот обращение. Привет можно кому-то передать? Да, конечно, давай. Кому привет можно передать? Передай привет своим бывшим. У меня бывших, кстати, не было, только она была. Ты уже, нашел? Короче, ты уже кого-то нашел, что ли? Нет, она единственная у меня. В смысле, она бывшая уже была? Единственная. Тогда давай привет своим будущим. Будущих тоже не будет. Это была только проверка. Только она единственная. Была проверка. Спасибо вам. Дорогие друзья, прямо сейчас вы слышите, как в городе Гусеве звучат куранты. Это значит, что наш выпуск подходит к концу. И по традиции, конечно же, мы снимаем концовку нашего выпуска на фоне фонтана. Он, правда, чуть не работает, но традиции нельзя нарушать. Подписывайтесь на канал, обязательно распространяйте это видео, потому что мы стараемся ради вас. Подписывайтесь на мой инстаграм, я веду мероприятия, заказывайте. Все, это был проект Окей Гуревск, пока!